едем в колледж. Помните один вот этот поинт, который она не добрала на тесте по математике? В общем, мы идем. Идем на этот тест, надеемся. И уже несколько раз мы планировали, каждый раз мы находили оправдание не идти. Мне самой неохота ее вести, и ей неохота. Ну, в общем, я все равно не готова. Ну, короче. Идем абы. Абы. Надеемся, пройдет. Дай бог. Ну, по крайней мере, если не пройдет, надо, чтобы было время, чтобы по второму разу это сделать. Ой, машина, езжай. Так что пожелайте нам удачи. Хотелось бы, конечно, с первого раза отстреляться, и все. Вы же понимаете, математику мы уже не делали очень долго. Она в этом году даже математику не брала. Так что да. Ладно, едем. Анжелику я отправила с нежеланным. Теперь мне надо найти кого-то, кто бы мне помог с бумажками для колледжа. В общем, мне надо найти здание номер 9. И там, по идее, ну, мне посоветовали, мне могут там помочь кто-то. Заполнение. Ну, там одна бумажка, которую мы еще не заполнили, это про наши финансы и все такое, в общем. Ее надо заполнить даже не то, что и для Анжелики, и для Джульетты, я думаю, тоже надо. Уже ж и ей надо задуматься о колледже. Джульетта все никак не может решиться, что она хочет делать. Что-то я потерялась. Где тут у тебя тест? Да мне, ёлки-палки. В общем, хорошие новости. Там какие-то правила поменялись, и Анжелике не надо было брать тест. Все, она проходит, все нормально. Ура! Слава богу, это легче. Потом я засела, нашла кого-то, кто бы помог мне с этими бумажками. Короче, мы столько времени потратили, мы так это ничего не... Ну как, кое-что они помогли, но многое мне надо закончить дома. Вы же понимаете, дома с детьми это так трудно делать, вот эти все applications. Ну ладно, хоть что-то сделали, бедная Джульетта там уже звонила. Где вы? Что такое? Что происходит? Ладно, пойду ее спасать. Но, по крайней мере, Анжелика довольна, что не надо делать тест. Алло, алло. Только что мы отвезли Анжелику на работу. Она сегодня работает. Мне уже Алекс писал, уже спрашивал, что сегодня делаем. Я, честно говоря, еще не решила, что мы делаем, куда-то идем. Освободим бабушку и от наших мальчиков и будем их развлекать каким-то образом, не знаю каким. Так что сейчас уже 5:00. Я предлагаю разные опции, и все молчат. Ну, короче, ну, все. Все это Джульетта, и она никак не может выбрать. В общем, она не знает. Так что, походу, буду предлагать пацанам, и они мне могут... может, больше помогут в этом деле. Едем к маме. Так, наши мужики с нами. Мы уже их забрали. В общем, я дала им опции. Мы проезжали мимо вот этой улицы, куда мы сейчас едем, когда мы ехали из центра Талсы. И тогда еще Алекс говорит: о, здесь интересно, можно вернуться. Я говорю: да, можно вернуться. В общем, я ему предложила: хочешь? Он сказал: хотит. Мы едем. Так что тут тоже, кстати, есть скутеры. Не знаю, захотят они что-либо делать с ними, потому что здесь движение намного больше. Кстати, Ксения из Тель-Авива писала, что у них только можно на специальных дорожках ездить на скутерах, и если кто-то этого не делает, то штраф достаточно большой, так что $80 или что-то такое.
Ну, у нас пока, по-моему, такого ничего нету. Нигде не слышала, никого не видела. Ездят везде. Но я говорю, у нас движение не такое. Так что, да. Ладно, едем. Пашик заснул. Тринка, кстати, тоже спала, но уже проснулась. Мы их обоих на коляске, чтобы нам легче было. В общем, идем. Здесь когда-то был русский магазин, похоже, не выжил. Это... Алекс говорит, пошли татуху сделаем и проколем что-нибудь. Ладно, идем гулять. Скарлетт! Не отставай. Это итальянская желатерия. Надо посадить туда, надо это, желато купить и попросить Джульетту нам сыграть что-нибудь. А вот и скутеры! Ура! Нет, никто не берет скутеры. Сегодня, конечно, намного теплее. Интересное кафе какое-то. А это все насчет салатов. Artfully chopped craft salads. Артистичные порезанные салатики. Вот вам. Облачко. Как сразу все меняется и счастье появляется, когда облачко закрывает солнышко. О-о! Oh, we can't walk there! Там какая-то стройка, нам нельзя пройти. What the heck? Thank you. I guess we need to go across. Let's go across. Ну, какое дерево. Я хочу такое дерево на Рождество. Тут есть такой книжный магазин. О, вот она из брата. Хороший брат, о боже. Don't bark on it. Скарлетт. Такая драматичная. Тут есть ирландский ресторан, а также книжный магазин. Блин, мы с девчонками туда пошли как-то раз. Там такие книжки всякие, вот это... Witchcraft, ну... Ведьма, ведьмовство. Короче, колдовство всякое. Всякие вот эти зелья делать. Это так пошли отсюда. Так что да, очень странное. Симпатичное итальянское кафе. Come on, baby. Пытаемся найти тут кафешку одну. Анжелика говорит, лучшее кафе в городе. Ну, пойдем посмотрим. Ну, как кафе, там именно вот кафе. Кофе. И какие-нибудь там еды. Еды нет, по-моему, только кофе. Кстати, есть тут еда. Не знала, не гадала. Сняшечки. В общем, мы выбираем. В общем, мы заказали. Я заказала себе кремовый пирог. Or I could get a big cup of Coca-Cola and shit. No, it's too late. Already paid it. Очень прикольное. Я водички все возьму. Мой пай. Вкусняшка. Тяша, куда ты убегаешь? Жарко, конечно. Я думаю, мы так после этого пойдем. Тринки чай заказали, потому что... Она типа что-то все пьют без меня. Наши уселись, а тут удобненько. А это же двое пьет, и фруктовые, и мокрые. Что с этим будет? Жаркой черри улицы мы решили прийти в тенечек, в парк. И смотрите, что они нашли. Гейб! Гейб! Behave! Они нашли 3 самоката. Так что Алекс говорит, о! Я, говорит, сейчас сделаю ап на этот черный самокат, он же на зеленом ездил. И, короче, будут кататься. Yeah. Hopefully it's not dead. Yeah. Oh, you need my phone, right. Тинка пошла на качельку. Слушайте, тут после штормов такая разруха. И тут еще не убрали, смотрите. Какая большая ветка, она выломала. Вон. Вот сюда. Ну, видите, большие деревья, большие ветки. Габриэл уже
ездит. Скарлетт страдает, потому что она хочет тоже. Но я не разрешу. Sorry, baby. Just when you're gonna be older, you can have big kids' way. It's gonna take about like one. Отравили. У Джульетты какой-то доходной скутер попался. Не очень для нее работает. Пацаны лучшие себе взяли. Я Скарлетт тут рисует. Джоджо? Понятно. Как всегда, Джоджо. Сестра тут делает горку, а брат разделывает горку. Это с одной девочкой постарше играла. А, вот так, молодец. А, они уже ушли, теперь вот брат ей в компании. Да, Джоша говорит, иди туда. Я уже так и послушался. Ну, а старшие ездят. It works, baby. Stop. There you go. Be careful. Я разрешила только на траве. Так ей хочется. Так. Мы закончили. Каждый имел свой фан. Скажет немножко. Что каталась, я бы хотела больше, но... And,
Мне явно тренировка, в общем, а я не могу за ней следить и вообще. Ну, Габриэл наездился на своем скутере, пока там было 0%. В общем, до конца батарейки. Так что. Ладно, едем к бабушке. Ой, пришел, пришел к бабушке любимой. Ты ж не привезла от Лили. Так Лили, как красиво тебе, так хорошо тебе в этом. Can you move him? I'm gonna show myself. Can you move him? No. Бабушка мне комплимент сделала насчет кофточки, значит, надо сделать... Жилет. Делаю это. Красиво. Образ дня. Очень тебе Лиля, красиво. Это твоя, да. Помнишь? Ку-ку. Не помню, я на себя привыкла. В общем, мы зашли к маме, я чаек попила, дети арбуз поели. И все, мы уже уехали, их оставили, пацанов. Габриэл опять остается. Я уже думала его забирать домой, мама говорит, нет, это Алексу будет скучно, пусть остается. Так что он там, они играют. I'm not talking to you, please. I'm not talking about you. Goodness, girl. В общем, перебила. Они там дурака, не, в покер, какой-то покер-джокер играли. В общем, что хотела сказать? Что, пожалуй, я буду закрывать влог сегодня. Я вчера даже не закрыла влог, я заснула и все. И, короче, не получилось у меня закрыть, так что перед тем, как я засну, please, don't scream, let me finish this, okay? Я буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.